Так, ну что, вы можете нас поздравить. Мы уже, у нас теперь есть карты Visa, и они работают, и теперь мы можем оплачивать, в общем, все что угодно. Смотрите, значит, теперь объясняю пошагово, как все это сделать. Если вы приезжаете в Узбекистан, вот именно, чтобы сделать вот эти карточки, то первым делом вы идете в местный МФЦ, аналог. В общем, мы делали в МФЦ в Ташкенте. Вот. Туда вы приходите и делаете пинфл. Это типа нашего ННа, что-то такое. В общем, там вы это оформляете, на это уходит там около часа. Ну, и то из-за того, что там очередь. Потом вы все это забираете, делаете себе сим-карту. Сим-карта должна быть билайновская. Это как бы, ну, обязательное условие, тогда будет все гораздо проще. И у вас получается, что у вас есть пинфл, у вас есть телефон. И по месту жительства, где вы остановились, либо в гостинице, либо если вы квартиру сняли. В общем, все эти ребята предоставляют регистрацию временно. И вам нужна эта регистрация в бумажном виде, в распечатанном, чтобы потом принести все это в банк. Вы берете все эти три документа. И если вы находитесь в Ташкенте, то устанавливаете приложение «Капитал», ну, капитала банка, и получается там регистрируетесь и забиваете время, в какое вам нужно туда прийти и получить. То есть для Ташкента, ну, потому что там людей много, и поэтому вот так. А если, допустим, вы находитесь в другом городе, вот мы, допустим, выбрали Самарканд, здесь все гораздо проще. Пришли, взяли все эти бумажки, отдали, и вот на следующий день мы пришли и забрали наши карты. Все, не надо никуда не записываться, ничего, очередей особо много нет, за час где-то мы управились. Вот такая вот схема получения как бы визы, и когда мы ее сейчас вот получили, прям, знаете, ощущение, как будто я расширился, как будто мои возможности увеличились, а они действительно увеличились за счет этой простой пластиковой карточки. Так что вот такие вот дела.